А теперь Минздрав предупреждает. Слушайте сюда, дети мои, это важно. Дружеское напоминание всем расистам. Ребята, гули тоже люди. Дети мои, гули — это обычные люди, которых радиация искалечила настолько, что они и умереть от старости-то не могут. Конечно, они могут выглядеть как страшные зомби из старого ужастика, но их души, их сердца, их слезы совсем человеческие. Так что, пожалуйста, если встретите гуля на столичной пустоши, оставьте предрассудки в стороне, а пистолет в кобуре. Ах да, ребятки, важное предупреждение. Вы встречали диких гулей, бродящих по темным-темным туннелям метро? Это тупые, безмозглые, голодные зомби. Так что убивайте их, как только увидите. А теперь немного музыки. Я как раз направлялся в Мегатонну кое-что продать и купить, но тут узнал, что кто-то стер этот город с лица земли. Господи Иисусе! До скорого!
Эй, ты там! Убери оружие и иди сюда! И без шуточек! Или схлопочешь пулю. Что ты здесь делаешь? Таким, как ты, здесь небезопасно. Да? Он ждет тебя? Что ж, тогда пойдем. Лучше не заставлять Роя ждать. У него норов еще тот. Поосторожнее. Я уже давно с Роем и его бандой. Рой из тех парней, которые не берут пленных и не делают глупостей. Он прослышал об этом придурке Тенпене и теперь пытается провести нас в башню. У него есть план — перебить всех этих ханжей-недоумков. Верь или нет, но я там когда-то отпуск проводил. Я не всегда был таким. Мы были учеными, черт возьми, совершали великие открытия, потрясающие. Конечно, приходилось кое-чем жертвовать. Некоторые пострадали, но мы делали успехи. А потом начали падать эти чертовы бомбы. Да уж, карма, та еще сволочь. Лучше не забывай об этом. Живи, пока живется. Привет. Что такое? Ясное дело. Он верная шавка Тенпенни, так ведь? А ты с какого боку в этом деле? Открой глаза, детка. Я что, смахиваю на богача? Давай, проваливай, пока не поздно. Чего ты хочешь? Выжидаем, планируем, готовимся. Тенпенни со своими типа аристократами не смогут вечно не пускать нас в башню. У нас есть права, и мы возьмем то, что наше по праву, если они не хотят отдавать нам это добром. Гулям не нужна роскошь и комфорт, значит? Ты считаешь, гули должны ютиться в мрачных сырых норах на пустошах? Да, наглости тебе не занимать. Не знаю, откуда ты родом, детка, но тут на пустошах есть только право сильного. Тебе принадлежит только то, что ты сумеешь удержать. Тенпенни эту башню не строил. Он ее нашел и забрал у того, кто там жил раньше. А теперь мы то же самое сделаем с ним самим. Мы пытались решить дело миром, но они открыли по нам огонь, уроды. Теперь этим ханжам конец. Если я не лучше Тенпенни, тогда он просто обязан пустить меня в башню.
Но он не хочет. Так что придется его заставить. У меня уже есть план. Они считают меня чудовищем. Я покажу им настоящих чудовищ. Мы напустим на них своих диких собратьев. Пусть разорут в клочья этих мерзких ханжей. Весь вопрос только в том, как пройти через аварийный выход. Видишь ли, там есть дверь, которая ведет из подвала башни в туннеле метро. Наверняка ее как-то можно открыть. Вот теперь мы с тобой говорим на одном языке. Отлично. Вот мой план. Я соберу ораву дикарей и буду ждать, пока ты нам откроешь. Главное, разберись с дверью, а потом будем сидеть и наслаждаться зрелищем. Это точно. И помни, я буду ждать, пока ты откроешь дверь. Но не заставляй меня ждать слишком долго. Ораву чокнутых гулей? Думаешь, это меня впечатлит? Мне ни капли не жалко этих тупых уродцев. Но они хорошо отпугивали таких гладкокожих ублюдков, как ты. Вот как? У него кишка тонка сделать это самому. Нанял мальчишку для грязной работы. Думаешь, тебе это по силам? Ясно. Ты неплохо соображаешь. И без глупостей, а то я тебя по стенке размажу. Не дергайся. Тенпенни и его типа аристократы долго не протянут. Они не смогут вечно не пускать нас к себе. Точно, это не твое дело. Убирайся отсюда, мелюзга, пока с тобой ничего не случилось. Привет, я Бесси Лин. Я не думаю, что тебе можно сюда. Рой тебя видел? Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Если заявиться сюда без приглашения, могут быть неприятности. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Ты, наверное, круче многих, раз тебе удалось пройти через дикарей. Нас они не трогают, но таких, как ты... Меня опять понесло. Рой мне все время говорит, что так нельзя. У Роя есть план, как провести нас в башню. К Тенпенни. Он говорит, это дело времени. Он крутой, он никогда не сдается. Рой — это парень, который всегда добивается того, чего хочет. Вот почему остальные идут за ним. Что до меня... Мне просто нравится, как он на меня смотрит. Снова заставляет меня чувствовать себя красавицей. Я бы куда угодно за ним пошла. О, ну, это не так плохо, наверное, когда привыкаешь, но совсем не так, как раньше. Я была красавицей, понимаешь ли. Все всегда вокруг меня увивались. Но люди перестают быть рядом... Когда это начинается. В смысле, когда ты начинаешь меняться. Ну ладно, всего доброго.
Кажется, набежало немало новостей. Вы только послушайте. Согласно последним новостям, к этим шишкам в небоскреб Тенпени просится под крышу компания бездомных гулей. А, но великий ужасный Алистер Тенпени говорит: никогда, никаких зомби тут не будет. Да ладно, Ал, пожалей гулечек. Если у них есть крышки, а у тебя есть место, это же на пользу вам обоим, верно? Что скажешь? До скорых встреч, с вами был Тридок Найт. Вы слушаете радио «Новости Галактики», которое рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь традиционное и очень важное предупреждение. Стоп, не мельтеши. Привет! Необходимо представиться, полагаю. Я миссис Эдгар Веллингтон. Можешь обращаться ко мне, мадам или миледи Веллингтон. У тебя манеры чуть лучше, чем можно было ожидать, судя по происхождению. Приятно с тобой познакомиться. Тебе случайно по пути гули не встретились? Возможно, ты умнее, чем кажешься на первый взгляд. За кого ты меня принимаешь? За какого-то грязнулю-технаря? Я только знаю, что там они делают электричество. Пойди и спроси у Густава. Наверняка он поможет тебе с подвалом. Эй! Ну и как там эти гули? Ты про генераторную? А какого черта тебе вообще что-то о ней знать надо? Туда вход строго воспрещен. Но мне некогда трепаться с идиотами, так что если у тебя не что-то срочное, разговор окончен. Тут есть аварийный вход в туннели, ну, знаешь, который еще от бомб строили. Мы подключились к энергосети метро и питаем наши генераторы. Но мне некогда изображать из себя экскурсовода. Так что если у тебя не что-то срочное, разговор окончен. Мне плевать, кем ты там себя воображаешь. Туда я тебя не пущу. Ключ только один, он у меня. И я его тебе не дам. Однажды я его потерял, пришлось новый делать. Тенпенни мне чуть голову не оторвал, так что забудь. В туннелях темно. Сначала стреляй, потом спрашивай. Пора кушать. Динь-дон, пора кушать. Все хорошо, дорогуша? Очень любопытно, что доктор Бенфилд ходит на дом только к Сьюзен Ланкастер.
Молодец, малыш. Встретимся у входа. Дам тебе кое-что, чтобы уберечь твою задницу от дикарей. Молодец, малыш. Вот, возьми маску. Она защитит тебя от дикарей. Только не подпускай их близко, а то унюхают. И не забудь ее надеть. Собственной крови? Без тебя бы у нас ничего не вышло. Ха-ха! Привет, пацан! Спасибо тебе за помощь.
Гораздо круче, чем на пустошах и в грязных тоннелях, это уж точно. Следи за своими словами, иначе я за себя не отвечаю. А ты не трус. Совсем не трус. Надеюсь, ты шутишь. А то после таких разговоров долго не живут. Мы, гули, не сильно отличаемся от вас. Лучше иди своей дорогой. Вы только посмотрите. Стоп, стоп, не мельтеши. Хм. Не думал, что в тебе это есть. Наверное, ошибся. Молодец. Мне теперь на сердце легче стало, когда чертовых гулей больше нет. Спасибо. Ты, наверное, хочешь получить свою награду? Пожалуй, есть за что. Вот твои крышки. Контракт выполнен, долги оплачены. Но только не подумай, что мы теперь лучшие друзья. Двигай. Думаю, мы можем поторговать. О, во все, что мне угодно, милый мальчик. Во все, что мне угодно. Сафари пустошей очень способствует отдыху. Добрый день.